когда по акции отхватила огромных аргентинских креветок, ну или лангустин, то у них надо отрезать усики и лапки, разрезать панцирь по всей длине и, да, вынуть кишку. Лангустины надо промыть под проточной водой несколько раз, в них попадается много мелкого песка. А для маринада в растопленное сливочное масло добавить немного оливкового, мелко порезанный чеснок, кинзу и соевый соус. Разложить лангустинов на противень и хорошенечко сдобрить их маринадом, стараясь влить его прямо в панцирь, чтобы мясо как следует пропиталось соками маринада, дать немного промариноваться и затем отправить в духовку буквально на 15 минут. Готовые лангустины полить соком лимона, и можно наслаждаться невероятно сочным, ароматным мясом лангустин. Мне кажется, это вообще самый лучший вариант приготовления именно лангустин. Они получаются, ну, восхитительно вкусными. Попробуйте.